Мария Стрелкова полюбилась зрителям за роли в ряде культовых фильмов 20-х и 30-х годов. Особенно яркой была сцена в комедии «Веселые ребята», где ее героиня, непмановская дочка Леночка, мечтающая стать певицей, в тщетных попытках взять верную ноту, ожесточенно бьет яйца. Крестьянка по происхождению, Мария родилась в 1908 году на русском севере, в местах, которые сейчас называются Республикой Карелия. Вероятно, уже в детстве красивая и артистичная девочка мечтала пойти в актрисы, потому что после окончания школы объявила родным, что собирается в столицу, поступать в Центральный техникум театрального искусства. Машу в селе любили, она считалась здесь первой красавицей, поэтому и в далекий путь ее собирали всем миром. В ЦТТИС, позже это учебное заведение переименуется в ГИТИС, Марию Стрелкову приняли сразу. Главным образом из-за действительно незаурядной внешности. Однако уже с первого курса девушка проявила свой актерский талант. А вы чем занимаетесь? Я? Певица? Певица. Спойте чего-нибудь. Сейчас? Здесь? Ну да. В костюме это неудобно. Вот если бы вы согласились... Что? Зайти к нам. Я к вам. А вы где живете? Сразу после выпуска Мария дебютировала в кино. Она сыграла главную героиню в картине «Анна на шее», снятому по одноименному чеховскому рассказу, и мгновенно стала известной на всю страну. В 1930 году у Марии Стрелковой случился бурный роман с писателем Александром Серебровым, который был старше ее на 28 лет. Несмотря на огромную разницу в возрасте, пара вскоре поженилась. Однако этот союз оказался недолговечным. 6 лет спустя Стрелкову пригласили сыграть роль Элен Гленарван в «Детях капитана Гранта», и на съемках она встретила свою новую большую любовь. Знаменитый актер Михаил Романов также был занят в этой картине. Миссис Елена, к нам с берега прибыли двое детишек. Они во что бы то ни стало хотят видеть мистера Гленарвана. Где же они? Мы бы хотели видеть мистера Гленарвана. Мистера Гленарвана сейчас нет. Я его жена. Может быть, я могу заменить его? Между коллегами по съемочной площадке мгновенно пробежала искра. Отношения развивались стремительно. Влюбленных не остановило то, что и он, и она были несвободными. После окончания съемок Мария без обиняков объявила мужу, что полюбила другого. Так же поступил и Михаил Романов. Влюбленные расписались и стали жить вместе. Ради любви оба актера поступили собственной столичной карьерой. Из-за сплетен им пришлось уехать в Киев, где Мария Стрелкова провела оставшуюся жизнь. С помощью мужа актриса устроилась в труппу Киевского театра русской драмы, на сцене которого сыграла много замечательных ролей. Самые значительные из них – Элиза в «Пигмалионе», Екатерина в «Хождении по мукам» и Софья в спектакле «Горе от ума». В 1946 году Мария Стрелкова стала заслуженной артисткой Украинской Республики, однако в кино она больше не снималась. Вероятнее всего, из-за проблем со здоровьем супруги долго не обзаводились детьми. Только в 1948 году в семье родилась единственная и долгожданная дочка – о ее дальнейшей судьбе ничего не известно, за исключением одного факта. Девочку назвали Марией, как мать. В 1952 году Мария Стрелкова завершила сценическую карьеру. Затем она почти 10 лет преподавала актерское мастерство новому поколению актеров. На закате жизни у Марии Павловны появилась зависимость. Злоупотребление спиртным подорвало ее и так не слишком крепкое здоровье,
и в 1962 году актриса не стала. Ей было всего лишь 54 года. После ухода супруги Михаил Романов не смог оставаться один в опустевшей киевской квартире и уехал обратно в Москву. Однако смена обстановки не помогла ему справиться с тяжестью утраты, и меньше чем через год актер последовал вслед за любимой. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.